Салам алейкум, пацаны! Многие из вас знают, наверное, и догадываются, что больше у нас элитных пропусков таких не будет. У нас теперь будет новый формат, и те, которые у нас были пропуски с 1 по 55, они уже, скажем так, уже, да, будут, скажем так, легендарными. И все наборы, которые в них были, они тоже уже будут легендарными наградами. Возможно, в каких-то событиях мы сможем получать определенные наборы со старых элитных пропусков. И сегодня я вам покажу с самого 1 по 55 элитный пропуск. Да, вспомним, посмотрим и, скажем так, улыбнемся, что они были вместе с нами. А вам я желаю приятного просмотра. Конечно же, если вам интересно, поставьте, пожалуйста, обязательно лайк, подписывайтесь на канал, конечно же, напишите в комментариях и, конечно же, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Именно в моем телеграм-канале Telegram будут раздаваться скоро промокоды, разыгрываться подарочки в честь Нового года и много всего интересного. Ссылочка на телеграм в описании, заходи, подписывайся. А мы поехали. И самый первый пропуск, который сегодня вы увидите, это Сакура. Самый легендарнейший пропуск, легендарнейший, очень бомбовый, скажем так, который очень, скажем так, в нем ценится и, скажем так, вещи, да, тот же набор. Получается, также второй набор тоже немало легендарный, немало, скажем так, важный, да, важный, это, скажем так, рэпера, друзья мои, пропуск рэпера, тоже довольно-таки очень интересный наборчик на нем, да. Третий пропуск у нас будет вот такой вот, кстати, на самом деле я его не помню. Четвертый пропуск у нас будет в виде вот таких вот, скажем так, королей и королевы. Кстати, честно, я вам скажу, я этот пропуск тоже не помню, потому что я не играл, когда были эти пропуски, так что олдов, реально олдом, респект, то играть с первого пропуска. Пятый элитный пропуск, вот такой вот пираты. На самом деле, вроде бы вот этот пропуск я что-то вот припоминаю. Честно, я вам скажу, что я играю с 6 или, может быть, 7 пропуска. Но сразу говорю, что некоторые пропуски, я просто даже не думал, что они у нас были. Вот. 6 пропуск у нас, это будет вот такой вот. На самом деле, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вам больше всего пропуск понравился, да, или нравится. 6 пропуск у нас тоже, в принципе, интересны такие наборчики, тоже довольно-таки, типа как Майнкрафт, да, тоже довольно-таки, ну, потешные наборчики, очень интересные. Тоже, конечно, без эффектов, но все же прикольные. 7 пропуск у нас будет вот такого вот формата, тоже старинного формата. Типа, как пираты, да, какие-то, вот, с чем-то тоже сходство есть. И какой-то непонятный, тут, короче, все вмешку, все перемешку. Какой-то водолазный пиратский костюм, какой-то непонятный тоже. Но тоже был у нас. 8 набор, точнее, пропуск, это вот такого вот формата. Уже потихонечку начинаются уже и эффекты. На руках эффекты уже, да, видите, тоже. Уже немножко, скажем так, преображается. Также эффект есть очков. Тоже, в принципе, неплохо. Вот, тоже я этот набор, кстати, вот этот пропуск тоже не помню, если честно, не помню. Вот, но тоже он у нас был, друзья мои. 9 элитный пропуск, это у нас, конечно же, вот такие вот водолазные наборчики. Тоже олдовские, тоже, кстати, у кого есть такой набор, друзья мои, пожалуйста, напишите в комментариях. Вот, тоже мне будет интересно, сколько нас таких. Вот, набор реально очень такие, прям прикольные, прям строгие, прям такие. Вот, ну, мне он понравился. 10 элитный пропуск, это будет уже вот такого вот, скажем так, фараона, типа, формата, да, типа египетского формата. Вот, тоже на мужской и женский набор, тоже же наборы с эффектами. Вот, типа, глаза светятся, да. Ну, тоже наборчик, я считаю, тоже неплохой. Тоже реально за это поставьте лайк. Поехали дальше. 11 элитный пропуск, который у нас был, это тоже вот такого вот демонского формата. Вот, тоже уже офигенные эффекты есть. Эффекты плеч у мужского персонажа, да, есть, также у груди и глаз. Тоже типа как светится. Прошу прощения, пожалуйста, прошу прощения за кашель, еще болею, не выздоровел. Вот, ну, скажу, что наборчик тоже, в принципе, неплохой. 12-й элитный пропуск, друзья мои, 12-й. Это, конечно же, вот такой вот нереально тоже годный. Типа как какая-то кошка, да, или что-то. Какой-то супергерой, короче, да, похож на супергероя. Вот, но женский набор типа как кошка похож. Вот, леопард, да, лев или леопард, что-то такое, вот, формата, в общем, этого, какого-то животного, короче.
Набор, ну, набор, в принципе, неплохой, тоже довольно-таки красивый. 13-й набор у нас будет вот такого вот формата. Тоже довольно-таки очень часто наблюдал, что многие люди играют вот за этот набор. Не знаю, ну, мне он, конечно, тоже не скажу, что мне он не нравится, но наборчики тоже, на самом деле, довольно-таки сам по себе бомбовый. Для того времени, когда были, выпускались эти пропуски, они реально были очень эпические, да? 14-й элитный пропуск. Вот этот набор, я реально не помню, друзья мои. Вот эти вот просто пропуски я реально не помню, но вот эти наборчики. А может быть, я не покупал, или может быть, я в это время не играл, да, может быть, пропустил этот элитный пропуск, да, может, месяц я болтался, не знаю. Но я честно говорю, что я вот этот элитный пропуск не помню. 15-й элитный пропуск. 15 у нас получается будет вот такого вот формата. Ну, скажу, не скажу, что прям топовый, но такой вот тоже вот необычный. Так, давайте я быстренько побольше сделаю, чтобы скорость была, да, друзья мои, чтобы побыстрее все это. Так, получается, вот у нас будет... Ой-ой-ой-ой, это немножко 15, да, у нас 15-й, вот такой вот. Немножко, скажем так, мы перемотали. Так, 15 элитный пропуск, вот это мы вот только что смотрели. Тоже я этот элитный пропуск тоже на самом деле не помню. 16-й элитный пропуск. Вот это уже пропуск я помню. 16-й, очень бомбовый. Комбойский тоже белый. Наборчики тоже довольно-таки неплохие. Его помню. 17-й. О, ну, друзья мои, легендарнейший, да? Кто сейчас напишет в комментариях, что... Ну, вообще, согласен, что это легендарнейший пропуск. Просто очень бомбовый. 18-й элитный пропуск. Тоже очень многие играют с этой маской, да? Очень многие играют с этим наборчиком. Вот, так что тоже, в принципе, наборчик неплохой. Также получается такой вот тоже наборчик есть в виде пираты Карибского моря. 20-й, друзья мои, 20-й. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тоже офигенный пропуск, тоже за него я играл. Тоже маска мне очень нравится на женский, на мужской персонаж, тоже офигенный. Также получается, обязательно ставьте лайк. 21-й, вот они, друзья мои, пошли уже прям топовые элитные пропуски с 21-го, да. Тоже такой вот рэперский, гангстерский, скажем так, да, наборчики. 22-й, вот такие вот наборчики у нас в виде бандитов, короче, тоже таких главарей. 23-й. 23-й пропуск тоже, в принципе, такой тоже неплохой, но тоже типа механиков, типа как механики-строители тоже ремонтируются, да, короче. 24-й, ой, вот они, друзья мои, вот они, легендарные фастовские, да, пропуски, офигенные наборы. 25-й тоже довольно-таки неплохие, в виде лисы, да, тоже офигенные наборчики, тоже эффекты довольно-таки неплохие. 26-й тоже, вот этот тоже я хорошо помню, прям элитный пропуск, тоже довольно-таки неплохой, тоже частенько за него играл. 27-й, вот этот тоже помню, довольно-таки тоже неплохой, в китайского, да, или японского, скажем так, формате, тоже наборчики довольно-таки неплохие. Также получается вот такой вот элитный пропуск, тоже мне он очень сильно нравился. И, кстати, друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, какой вам больше всего элитный пропуск понравился, да, или какого у вас нету, тоже довольно-таки мне будет интересно почитать ваши комментарии. Вот, тоже 30-й элитный пропуск, вот, друзья мои, рэперский, да, тоже богатый, типа, элитный пропуск, богатый, хип-хоп, золотая цепь, тоже довольно-таки неплохой. Далее, получается, у нас тоже в виде китайского или японского формата, тоже элитный пропуск, тоже наборчики неплохие, плащ мне нравится. Также зомбака какого-то, нифига себе. Вот это что-то пропоминаю, но не так прям хорошо помню этот элитный пропуск, на самом деле. 33-й, это элитный пропуск, я хорошо помню. Тоже японского формата, тоже довольно-таки неплохой. 34-й элитный пропуск, вот он, друзья мои, тоже очень бомбовый, в виде Хэллоуина, да, типа наподобие, вот, маска такая офигенная на нем, тоже можно с чем-нибудь собрать. Вот, также летучая мышь, также, да, хороший тоже элитный пропуск, тоже офигенный наборчик, можно много чего с него собрать. Также получается вот такой вот наборчик, тоже непонятно, я его помню, но на самом деле, что за наборы, непонятные. Вот, также получается вот такой вот элитный пропуск. Тоже на самом деле неплохой, но собрать с него, я думаю, много сетов не соберешь. Также вот такой вот элитный пропуск, тоже на самом деле, тут наборчики тоже, я пересматривал много раз, тоже с ними ничего много такого прям бомбового не соберешь. Вот этот бомбовый элитный пропуск, прям очень бомбовый, грудь светится, шапка, очень топовый, и с ним можно реально очень много чего годного собрать. Вот 40-й элитный пропуск, тоже, в принципе, довольно-таки неплохой, тоже можем многие вещи взять и собрать из них офигенный сет фастовский. 41-й, вот этот, в принципе, тоже неплохой. Красиво смотрится. С ним, конечно, ничего не соберешь, но сам по себе красиво смотрится. Вот этот элитный пропуск тоже очень многие люди играют. Особенно вот это крыло, да, с правой стороны. Тоже довольно-таки неплохо. С эффекты офигенные у него. Вот такой вот тоже элитный пропуск в виде карт, да.
То есть, получается, валет. Вот это мне очень нравился элитный пропуск, довольно-таки очень офигенный, и вообще даже можно не собирать, а просто за целый набор, ну да, с ним играть. Очень офигенный наборчик, тоже он очень сильно нравился. И нравится до сих пор. Так вот, элитный пропуск у нас есть 46-й. Вот такой вот элитный пропуск, тоже довольно-таки непонятно какой, тоже какая-то маска непонятная, ну, тоже, в принципе, пойдет. Вот. Вот это тоже бомбовый элитный пропуск, тоже можно много еще из него собрать. Вот, довольно-таки тоже неплохие элитные пропуски. Вот это мне не очень нравился, в виде шахмат на доске, да, в виде шахмат. Мне он не очень сильно понравился, так себе троечку, 3 балла из 10. Вот этот наборчик мне тоже не очень понравился, я тоже так чисто забрал наборы, но с них тоже, я думаю, ничего с ним не соберешь. Вот этот наборчик реально очень топ, вот это мне зашли они, наборчики довольно-таки неплохие. 51-й, конечно же, тоже довольно-таки неплохой наборчик, в виде китайского тоже. Формат, да, китайского или японского, тоже довольно-таки неплохие. Тоже можно собрать что-нибудь с них. Конечно же, возвращаемся уже, друзья мои, к нашим уже, которые были вот совсем недавно. В виде тоже акулы, 53-й. Вот этот самый, вот это, я считаю, самый-самый-самый бомбовый элитный пропуск, который вообще был из всех. Да, конечно же, по красоте. И, конечно же, вот этот элитный пропуск и самый последний, который у нас уже будет, да, который появился, это у нас 55-й, вот такой вот. Да, друзья мои, я считаю, все элитные пропуски за собой хранят какую-то историю. Может быть, на каком-то пропуске, когда был какой-то пропуск, да, может быть, кто-то с кем-то познакомился, может быть, кто-то кого-то повстречал, может быть, там что-то еще что-то случилось, да. По-любому, на каждом пропуске есть своя история. И моя история начиналась с, вроде бы, 7-го пропуска, да, если я не ошибаюсь. Вот. Может быть, на каждом элитном пропуске у каждого, да, человека есть своя какая-то определенная история, вот. И я считаю, что те пропуски, которые у нас были, реально не все заслуживают лайка. Очень хорошо. Очень хорошо, что они у нас были, да. Я, скажем так, рад. И прикольно, что, ну, у нас был такой формат, да, скажем так, пропусков, где мы могли получать себе вещи. Посмотрим, что будет в новом году. Новый формат, что будет за пропуски, буях пропуски. Вот. Ну, я считаю, что думаю, что мы не разочаруемся. И у нас, ну, скажем так, много чего, скажем так, да, добавится. Так что, друзья мои, вспомнили мы с вами все элитные пропуски. Я считаю, вам этот ролик сильно зашел. Я думаю, что вы поддержите. Друзья мои, конечно же, не забывайте делиться моими видеороликами в ТикТоке, в Ютубе, в Инстаграме. Везде есть возможность, пожалуйста, выкладывайте мои видеоролики. Я вам разрешаю. Вот, чем нас больше, тем больше узнают людей у всяких топовых, да, новостях у всяких и многим, чем интересно, которые буду вам показывать. Вот. Ну и, конечно же, друзья, мы знаете, что вы самая лучшая у меня аудитория. Когда я начинаю честно, искренне говорить, я начинаю немножко, знаете, теряться. Так что я честный, кто бы что бы ни говорил бы, я реально, друзья мои, я к вам очень искренне и очень хорошо отношусь. Все, кто меня любит смотреть, да, это такое, какое есть, я реально всех вас ценю. Вот, спасибо всем, хейтерам вам тоже большое спасибо, без вас тоже бы, скажем так, не было бы такой большой мотивации снимать дальше видеороликов. Так что, друзья мои, снимаем дальше, идем только вперед, я думаю, что до лета мы наберем 200 тысяч подписчиков, и знайте, что у нас впереди очень много чего будет интересного. Я вас люблю, вы самая лучшая аудитория. И знаете, вы просто лучшие, каждый из вас. Вот. Ну и, конечно же, на этом будем я заканчивать. Конечно же, не забывайте, что у меня вся свежая новость, да, все свежие розыгрыши, промокод и так далее, у меня все проходит в моем телеграм-канале. Не забывайте подписываться на телеграм, на группу ВКонтакте, там тоже много чего интересного. На ВК подписывайтесь, в ВК пишите, может быть, с кем-то пообщаемся. Вот. Ну и, конечно же, если кому-то нужны настроечки на ваши телефоны, спокойно тоже можете мне писать в ВК. Пока проходит акция, настроим телефон каждому из вас недорого, цены недорогие, каждому из вас будут доступны эти цены. Настроим телефон и будете играть хорошо. Ну и знайте, все вы лучшие. Всем пока и до новых встреч. Люблю вас. Пока всем.